Говори, как ты вообще познакомился с ней? Все было прозаично и просто. Он визитки хотел у меня заказать. Ну что это за визитки? Он говорит, ладно, визитки не перепечатывайте, пойдемте в кино. Я говорю, ну окей. А у меня собака шарпей, она очень быстро бегала. Она выбегает и так, вау! И мы потом за ней бегали постоянно, искали, потому что она постоянно убегала. Короче, Лизка нас связала. Да. Лизка — это собака. Привет, Питмара. Храбрецы!